общем, иду во фьордах. Мастер дал мне тут немножко порулить. И такая ситуация вырисовывается. В общем, через, грубо говоря, 1,5 мили нам нужно поворачивать направо. У нас слева судно, рыбак 76 метров. И справа. И, в общем, ну, ситуация такая. Места не так уж и много здесь. То есть рядом острова. Что мы делаем? Спокойно идем. У нас получается расхождение вот с этим рыбаком левым бортами. Ну, в данном моменте видим, да? То есть у нас CPI с ним до точки поворота. Он будет у нас по корме, в общем, пройдет. Не пройдет, у него скорость 8,3. Ну да, мы быстрее идем, мы повернем и будем от него отдаляться. Этот же должен по уму, конечно же, чуть-чуть правее взять. И в итоге ситуация наша на перекрестке на этом разрешится. Легко и просто. Ну, посмотрим сейчас по оконцовке, что получится. Здесь еще вот такой важный момент. Нужно подальше держаться вот от этого красного буя латерального. Здесь, потому что миляка чуть больше 1 метра. Причем она за пределы выходит самого буя. Не знаю, почему так. Ну, по крайней мере, по карте мы это видим сейчас. Так, ну вот, постепенно выходим на наш курс. Сейчас у нас 195. Через 3,5 кабель давай будем держать уже 239. С этим судном расходимся пока что около 2 кабельтовых. Сейчас еще подвернем, ну, уже увеличивается CPA. Радар, да, у нас Relative Motion, Head Up. Видим цель, как у нас идет. Проходит по носу в данном случае. Так, ложимся еще больше на 220. Потихонечку начинаем выходить. Погода, как ни странно, уже чуть-чуть улучшилась. Буквально вот полчаса назад задувало конкретно. А 2 часа я пришел на вахту, это было вообще что-то, блин, как в море штормит. Ну вот зайдите, посмотрите в ТикТоке, в Инстаграме я выложил фотографии, в ТикТоке видео, можете глянуть. Сейчас давление резко начало опять атмосферное подниматься, что не так уж плохо. Погода улучшается. Вчера вечером она начала резко падать. И вот буквально на подъем резко пошло только вот у 2 на вахте. Так что посмотрим, что у нас там будет в Северном море по выходу. Ну, в общем, видите, да, у нас след от цели ходит безопасно. По ИСКе показывает 4 кабеля, более чем достаточно. Вот визуально наблюдаем, видимость хорошая. Бортовой, топовые огни. Грузовое судно небольшое, 70 метров. Ну и этот остается у нас с кормы. Сейчас я вам покажу Aqua Qualloy. Тоже можем наблюдать визуально. А вот у нас зеленый бортовой, топовый тоже хорошо просматривается. В общем, вот такое у нас короткое сегодня расхождение. Спасибо, ребят, вам за внимание, за лайки, за подписки, за репосты. Всем всего хорошего.